получить плату. Ой, у Райса. Я не знаю, как мы здесь оказались. Но нам нужно двигаться. Блин, как далеко. Кстати, я не знаю, я выполнил то задание. Просто я же сохранился с того раза. Помните, я говорил, давайте поспим и сохранимся. Но сохранение вроде прошло. Ну, так-то я не знаю, в общем. Ладно, бежим прямо, короче. Опять знакомая местность, вот этот мост, я помню. Почему 30 FPS, обычно 60. Ну, а сейчас, может, разогреется или я не знаю, что. Ну, ладно, пускай пока так будет. По шипам бежим. Бегом, бегом. Так, it's safe to say that Rice isn't the most popular person in town, huh? No, but he is the most feared. And you know the old saying? Бегом, бегом, бегом. Макиавелли. Твою. Smart fellow, that one. Блин. Как так получилось? Ты сколько у нас аптечек-то теперь? Ой, бляха-муха. Так, вот это надо все слить. Нет, что ли, аптечек? Или есть? В общем, я не знаю. Ёп твою. Бегом, бегом, бегом. Давай. Там он монстр покраснел аж. Это, по-моему, блевон этот хренов меня целится. Все-таки опасные они достаточно, да? Я так думал, что они медленные. На самом деле, нифига подобного. Достаточно... Да. Опасненькие чуваки. Ну, вот такая игра, она напоминает, знаете что? Почему-то мне... Да... Ой, как... Rising... Dead Rising, что ли, так как-то. Забыл, как правильно называется. Dead Rising, типа того. Ну, помните, я проходил, да? Вот. И напоминает немного. То есть... Такие же... машины, дороги, вот эти вот какие-то. Так, тут кому-то надо помочь. Так, подожди. Куда немного забрался? Наверное, он где-то здесь внутри. Сейчас мы посмотрим. Вот он. Бегом, бегом, бегом. Вау, какая быстрая штука. Так вот про что мне говорили. Как, ну. Сейчас вспомним. Обращение 113. Вот про это, наверное. Все, я тебе помог, слезай чуть. А где он? Давай вознаграждение. Что-то там он мне дал. Тебе тут больше ничего интересного нет? Покушать что-нибудь. О, кофе и еще еда. Сойдет. Что-то там интересное. Надо глянуть, что. Напряжение. Здорово. Хорошо. Здесь у нас есть много чего ценного. Извините, нам это не нужно. Давайте по-быстрому здесь все осмотрим. А то мало ли. Ну все, пипец. Куда-то ножик просрал. Обалденно, да, друзья? Ну где он? Вы что-нибудь поняли, нет? Что вообще произошло? Капец. Хоть выходи и заново сохраняйся. Пересохраняйся. Вот он. Текстура упал, походу, да? Вот смешно. И обидно. Не пойму, с какой стороны, что там вообще. Обалдеть.
Какого хрена это вообще было? Здоровяк. Блин, ну ребят, ну что это вообще такое? Ножик куда-то делся. Это бред. Ладно, валим отсюда нафиг. Ну это ерунда какая, честно. Просто бред. Блин, ножик в текстуру упал. Это смешно. О, лишился такого прекрасного оружия. Ну ладно, все равно поломан чуть-чуть там, да? Так, извините. Немного не в ту сторону пошел я. Привет. Excellent. You're a lot more dependable than most of these drunks. Rise is waiting for you. Maybe we can work together again sometime. Да мне нужен этот лекарство. Что он сказал? Что-то мне там написали. Understand? I give you shelter, I give you bread, women, bullets, and you can. I should send every one of you to the pit. Ah, the Tower Lackey returns. Do you have something for me, friend? Yes, I do. Героин. Now it's time for you to give me what you promised. Two crates of Andazin. I think not. Your loyalty to the Tower is nothing but blind obedience, Crane. A coward's submission to false hierarchies. You follow their rules as thoughtlessly as you follow mine, like a good little dog. Look, we had a deal. Your people need the Andazin. Now, more than ever, I would surmise. But a man who follows someone else's rules is no man at all. Here, I will allow you this much. You promised me two crates of it. This is only five vials. If you want more, I present you with an opportunity. The athlete, the scorpion, Jade Aldemir. She's one of your number. Bring her to me. I have an arena where men fight for our amusement. I would have the scorpion fight for us. I'm curious how long it will take for someone of her caliber to break. What? No! No, forget it. I'm not doing it. I hear no true conviction in your voice, Crane. You have not yet made your choice, I can tell. Will you be a dog and save the dwellers of the tower? Or will you be a man and save the maiden? Go and think about it. Капец. Он что там, своего, что ли, пальнул? Я не понял. Опа. А, все понял. Оу, oh yeah, очко навыка. Ладно. Ah, shit. Ладно. Так, сейчас мы глянем, куда нам... А, ну, сейчас мы выйдем. Так, и навыки у нас что-то там по навыкам. Так. 5 ячеек для оружия. Ну, можно использовать, да. Дальше. Ага, вы можете сражаться без усталости, бегать быстрее, лучше видеть в темноте или стань... А, лучше видеть в темноте или... Или станете более стойкими к ударам. А... Это здорово. Ну, вот это, наверное, возьмем. Навык. Да. Только что теперь-то нам надо? Какие растения? А, чертежи теперь у нас появились, наверное, да? Обновиться. Так. Блин, вот это что ли появилось? Или это и было? Ёб твою. Травы, алкоголь. Травы. В общем, травы надо собирать. Поищем потом. Ладно, с ВГМ сейчас. Свяжемся. Бегом. Не будем задерживаться. Тем более, это совсем рядом. Ну, скорее всего, нам нужно лезть на мост.
Хм, не получилось. Солнце слепит. Вау, опять не получилось. Хорошо, делаем проще. Груз отобрали. Видимо, самолет что ли где-то скидывал что-то, или что, я не понимаю. Видимо, периодически где-то самолет сбрасывает груз. Я даже видел один самолет, ладно, не важно. Опять эта точка. Сейчас мы беспалевно так свяжемся. Crane here. Report. I'm no longer cooperating with Rise. He wanted me to kidnap Jade Aldemir and dump her with him so he can make her fight in his pit. What do you mean, was that it? I'm not a fucking human trafficker. You seem to have forgotten how much is riding on this file, Crane. If Rise wants one girl, then give her to him. You'll be there to keep an eye on her, won't you? Эти монстры залагал. What the fuck kind of humanitarian outfit are you guys? And for that matter, if this project file can save the world, why keep it a fucking secret? Subordinate, Crane. Get this done. Fuck you, asshole. Так. Ссаный звук, как же он меня бесит. Отнесите антизин в башню. Вот сюда. Здесь у нас задание дополнительное есть. Так. И вот тут какая-то хрень. Так. Так, ладно, нафиг этот звук. Бежим. Уж пройдет со временем. Пердеж. Так, стоп. А что тут синее-то было? Я что-то не понял. Там вон монстры. А что это? Случайная встреча. Все ясно. Ладно, идем прямо. Gasman Jeff up and quit on us last week. He was kind of maybe I can track him down. Maybe, definitely, and get on it fast. Word is he's built up his own little fortress somewhere behind the train station. Награда. Нет, спасибо, не хочу. Не хочу брать дополнительные задания. Я не любитель дополнительных заданий. Тратить время. Ну, в принципе, можно. Если бы я так не на запись играл. И проходил бы очень быстро. А я хочу проходить игры и прочее такое. Прям очень быстро. Да вы шутите, что не пойму. Да. Сейчас посмотрим, что тут. Так, а у нас тут что-нибудь есть? Так, а это у нас дополнительное задание. Там что-то есть. Здесь пусто. Здесь тоже. Так, хорошо, идем наверх. Дополнительное задание. Судя по всему, и тайник. Нет, спасибо. Пока что ничего не будем сюда складывать. Кстати, сколько времени? Время у нас еще достаточно. Хорошо. Идем к цели. Прямиком. Вперед. Здесь аптека. Jade, this is Crane. Do you copy? Crane, how much antizin did you get? Listen, Rice wanted me to... He's... Look, he screwed us, okay? I only got 5 vials. What? Damn it! That's only a few days worth. Listen, Crane, we've got a situation here. There's been an outbreak on the 18th floor. Get back here ASAP and don't lose any of that antizin. Конечно, будем беречь антизин.
Или как там правильно говорится? Там сундук. Но как туда попасть? Наверное, вот таким вот путем. Да, но я надеюсь, в самый-то низ мы сможем попасть. Подождите, а мы здесь вроде бы были, так ведь? Или нет? Да, мы здесь не были, но... Здесь есть много чего полезного. Вот вход. Там, видимо, сундук с этим. С отмычкой. Точнее, наоборот, сундук, который нужно открыть отмычкой. Ух ты. Хорошо. Не хочет дохнуть. Наконец-то мы его одолели. Так, здесь достаточно богатенько у нас относительно, конечно же. Перекусить, выпить и осмотреть, что можно здесь подобрать. Здесь достаточно есть такое нормальное количество ценностей. Так, хорошо, теперь нам необходимо выбраться и бегом бежать, точнее, быстро двигаемся к цели. Так, хотя, мне кажется, я немного в ту сторону прошел. Так, у нас очко навыка, которое мы можем потратить на ловкость. Секундочку, я что-то не пойму. А, подождите, так я уже у цели. Что-то я тупил немножечко. Отлично. Идем наверх. Так, а это та башня-то? Я помню, вроде бы у нас была еще какая-то другая башня, где мы в начале игры стартовали. Хотя, может быть, это и есть. Это место. Итак, у нас здесь есть простой молоток, аптечка. Ой, как много, ой, как много. Продать ему, по-моему, ничего нельзя. Поэтому идем в магазинчик. Привет. И здесь мы можем продать... Ой, сколько всего. Вы только посмотрите. Так, здесь мы можем продать газовую трубу, которая, в принципе, нам не нужна. Так. Сюрикены нет. Они дешевые. Мешочек. Три штуки мы можем продать. Все. Это получается у нас... 750, по сути дела. Три кофе на 300 монет. И сигареты. Я не понимаю, почему у нас доллары... А, наличные прибавляются. 3000. Шикарно, я могу сказать. Выкупить ничего не будем. Выкупать. А будем, наверное, продавать какие-нибудь ненужные вещи. Но пока что я ничего не хочу продавать. Сломается, выкинем, если что. В инвентаре у нас много ячеек. Обалдеть, посмотрите сколько. Джиггернаут какой-то. Здесь пусто. Ну да, ножик выкинули случайно. Поэтому поставим сюда самый слабый объект. Ну, пожалуйста, вот труба. Здорово. По чертежам. Так, сначала надо посмотреть по аптечкам. Я так и не знаю. Вот, видимо, аптечка. У нас одна. Можно сделать... Нет, пока нельзя сделать аптечку. Хотя... По травам тоже у нас мало. Посмотрим, есть ли у него марля. Я так понимаю, марли вообще не продаются, да? Хм. Вот за эти вот штуки мы можем покупать. Видимо, это
цена какая-то, да? Мы могли бы дополнительные задания выполнить, но мы не будем. Батарея. Да, марли нет. Ну хорошо, покупаем целую аптечку. Купить одну. Отлично. Пока что все. До свидания. Идем к нашей цели. К нашей компании. Да, тут одинаково. Наверх. Ну, загрузка должна быстро пройти. Jade just told me there's been an outbreak on the 18th floor. I've got to get what little antizin I have back to the tower. Но мне кажется, мы можем напасть все на Райса. Do you have the antizin? Хотя вряд ли. One person turned and had a couple of other people trapped. We could have sealed off that one apartment, but Brecken wanted to save as many lives as possible. It went bad. Somebody had to make the call, and now we've lost the entire floor, including. Including a couple of kids. You'd better talk to Brecken. I have to get these meds to Lena. Хорошо. Ну, точнее, хорошо, что... Я имею в виду, просто хорошо. Хорошо, мы выполним сейчас задание. Так, нужно проведать Брекена. Мы можем поменяться. Ну, это магазин. Обалдеть, какие тут вещи дорогие есть. Хорошо. Проведайте Брекена. Сюда до сих пор нельзя. Ладно, идем туда. К нему. Привет. This is where we get the announcements about the antizin drops. And they've just stopped. There were kids in there! Lena had to step up. Maybe she should be in charge. What the fuck, Crane? I'm no leader. I'm a goddamn parkour instructor. Wait, so all the free running. Wait, that was you? Brecken, you showed these people how to survive. Do you know what my pockets were full of when I showed up in Harran? Fucking business cards. I was hoping to drum up some more students. Maybe get enough so I could save up and buy a house. Instead of that poxy little flat I've been renting. Listen. I'm gonna talk to Rice myself. Whoa, whoa, hang on a minute. Brecken, these people still need you. Okay, just give me some time, all right? There's gotta be another way. A better way. Fine. I'll wait. But not for long. Это все вина, во все виноваты мы. Точнее, даже ВГМ. Итак, у нас новое задание. Говорится с Райсом. Да, я с тобой полностью согласен, друг мой. А что это, интересно, здесь такое? Вот здесь ведь не так. Ниса не очень какая-то странная она. Стрёмная. Так, хорошо. Нам нужно наверх. Интересно. Прыгать сейчас будем. Рахим? Рахим, что ты делаешь тут? Эй, Крейн. Can I trust you? How much you had to drink, kid? Can I or not? Yeah. What's up? See that skyscraper? Scout found a volatile nest in there. We take that out, and then running missions at night, we could totally do that. Не понял. Как? So I'm thinking, if we planted some explosives. Oh Jesus, Rahim, you're not still on that. Crane, we have to do this. As long as that nest is there, we'll never be able to gather up enough antis. It would work. Make a good team. Shit, oh my god. Я так и знал. Don't drop me! Don't drop me! Ну даёт. Oh fuck. See? Told you we make a good team. Лучше б ушёл отсюда, а то реально упадёшь.
как высоко. Look, Raheem, we don't have any explosives. I mean, none. The closest thing to what you're talking about are Spike's firecrackers. That's impossible. You don't know what it's like. All I can do is watch. Sit on my ass and watch everything happen and do nothing. I don't want to die here, Crane. Not like this, not helpless. If I go out, I'd rather go out doing something. What's this? I was set to fly out on Sunday. They quarantined us on Thursday. I already had my bags packed. I'll keep my eyes open, okay? If there's some way we can make this happen. Whatever. Наверх, что ли? Вау, полегче. Чё тут у тебя есть-то? Ничего ценного, да? Ну ладно. Нет, мы не сможем допрыгнуть никак. Хорошо, будем тренироваться. Может быть, стоит как-нибудь... Так, оу, oh yeah. Итак, мы на месте. Так он нас запалит. А вообще где он? Ушел, походу. А, вон там. This is Crane, do you copy? What do you want, Crane? I want you to start the antizen drops again. At least near the tower. These people need help. We put you in Haran to find our file, not to play Mother Teresa. Or does this mean you've reconsidered Ryza's proposal? Perhaps Miss Aldemir would even be willing to cooperate. Test her skills in a new environment. You start giving us some antizen and then... Then we'll talk about what Ryze wants. Oh, it's us now, is it? Well, I'm afraid your request is out of the question in any case. Things have gotten a bit strained with the Ministry. Resuming the airdrops would not be politically advantageous at the moment. You assholes take the fucking cake, you know that? You and your fucking file. Look, I'll locate the file for you, but I'm gonna take a good long look at it before I decide what to do about it. Так, хорошо. Очень... Мне кажется, что-то будет загадочное в этом файле. А вон он там сидит. Итак, что... Опа, подождите-ка. Ага, представляете, что я подумал? Что вот эти бочки, они там внизу находятся. То есть эта платформа-то здесь. А я думал... Ясно. Loud and clear, what can I do for you? I don't know how much time we have, so... The short version. I need your help. Ryze has turned an abandoned school into a supply dump. And I think it may be where he's storing his antizen. If you and I sneak in there, we could get all the meds the tower needs. Are you with me? Yeah, I'm with you. Great. Look for me in one of the boxcars on the train trestle near the school. Okay. And listen, Jade. If we don't find that antizen, I'll need to talk to you about something. About what? Another option, but... We'll cross that bridge when we come to it. Right now, let's see what we can find in that school. Мы же хотели подорвать что-то там. Так. Ну что же, нам нужно встретиться с Джейд в вагоне. Насколько я знаю, здесь по крану как-то можно спуститься. Либо нет. Как вы думаете, можно, нет? Мне кажется, это будет долго. Ладно. Идем тогда к выходу. Ну, кстати говоря, по-моему, насколько я знаю... сейчас мы глянем, что у нас тут. Оу, oh, yeah. Так, самое, что у нас вот это будем использовать. Насколько я знаю, по-моему, мы хотели подорвать какое-то место, где находятся эти зомби. Ночные, которые, да? Ну, нам предложил наш напарник, наш друг, который сидит сейчас наверху, там, на крыше. Я просто путаюсь с именами, не хочу называть. Очень путаюсь. Вот, ну, сейчас нам нужно встретиться с Джейд. Блин, какой-нибудь быстрый спуск сделали бы. С крыши прям. Было бы достаточно круто. Но не дельта план, конечно, но...
Хотя бы канат, как с той вышки, помните? Хорошо, идем в школу. Отлично. Так. Хорошо, будем встречаться с Джейд в вагоне. Ну, хорошо, что у нас появился напарник теперь. Точнее, напарница, по-моему. Или кто-то, я забыл. Так, куда нам сейчас? Здесь можно собрать листочки. Нам все равно в одну сторону. Здесь ничего не прибавилось. Заметьте, прибавилось. А в тот раз я ведь все осматривал здесь. Видимо, кто-то уже звонил и положил сюда денежек. Здорово. Здесь забираемся по трубам. Бежим, прыгаем по крышам. Упс, сорвались. Получилось немного неприятно. Хотел, чтобы все выглядело идеально гладко. Так, здесь у нас цветочки. Но где? Пока что я их не вижу. В этой местности, это точно. Давайте залезем наверх и посмотрим. Хм. Может быть, их нельзя собирать или вообще что? Трава. Ага, здесь, вот, нашел. Немного не в ту сторону пошел. А, здесь больше ничего нет. Вот. Вроде бы почему-то не отмечаются они. А, нет, отмечаются, я просто не вижу. Хорошо. Мы сможем создать новый предмет. А, давайте посмотрим. Инвентарь. Нет, чертежи. А, горящие сюрикены. Нет, спасибо. Нам вот это интересует нас. Ага. Вы хотите видеть в темноте? Нет, спасибо. Хотите бегать... Блин, что ж такое-то? Смешайте в правильных пропорциях какие... Какие... образчи... Чего? Местные фл... Образчики? Образчики. Может, образцы? Ладно, местные флоры. И получите первоклассный энергетик. Прощай, усталость. Здорово, но... Давайте создадим. Так, мы создали или нет? Теперь он у нас в инвентаре, по сути, должен быть. Грибы. Хм. Интересно. А, подождите. Прощай, усталость. Вот. Теперь мы создаем. Отлично. Кстати говоря, давайте почитаем про него. Здесь можно? Нет? Нет, почему-то нельзя. Ага. Тогда ищем его в инвентаре. По сути, он должен быть здесь, если я не ошибаюсь, конечно же. А как он назывался? Усилитель выносливости. Так, смотрим. Угу. Силовой кабель. Хм. Его здесь нет. Тогда я, честно говоря, не знаю. Может быть, я его уже изобрел, и он используется? Может быть, здесь находится? Три штуки у нас. Интересно, сколько он у нас действовать будет? По-моему, двигается полосочка. Нет? Да не может... Ну, точно не до бесконечности будет у нас. Он активен. А лишь на какое-то время. Но на какое, я не знаю.
Спасибо. $85. Никогда лишними не бывают. Итак, я до сих пор не понимаю, что у нас с этим средством. Я его использовал, но я все равно устаю. Видимо, как-то неправильно я его использую. Так, здесь у нас еще есть цветочки. А, грибы нам пока что не нужны, я так понимаю. Как вы помните, там нужны листья. Ладно, в следующий раз будем использовать, когда будем убегать от кого-либо. Ну, то есть, может быть, необходимо сразу бежать, то есть не останавливаться. А так, не знаю. Пока что... Нет, догадок у меня никаких. Точнее, я не понимаю. Ну, походу, нам наверх, да? Нет, нам вниз. Значит, надо постучаться. Эй, постучись. Вдруг дама не... А там-то открытая дверь. И прибралась. Хорошо. А ты заметил, что уже темнеет? Оу, прям здесь. Так, похоже, нам надо будет сейчас что-то делать. Ага, ясно. Это игра такая. Почти успел добежать до машины. Не пали меня. Опять придется делать всю работу самому, похоже. Полезно. How many bandits are inside? I only saw the ones that went in after Tahir, but I'm sure there's more. We should use different entrances. We'll cover more ground, and we'll make less noise moving separately. Ладно.